Сразу хочется сказать, такой бокс нам нужен. Воспитанники Бобруйской школы единоборства не перестают нас удивлять, в хорошем смысле этого слова. Наши спортсмены совсем недавно вернулись из столицы, которая принимала чемпионат Беларуси. В Минск съехали сильнейшие мастера кожаных перчаток со всех уголков синеокой. Бои проходили в упорной борьбе. И как же не отметить, после долгого перерыва два чемпионских титула вернулись в город на Березине. Одним из триумфаторов турнира стал Александр Довнар. Парень в свои 17 уже мастер спорта. На чемпионат отправился в качестве одного из фаворитов. Предварительные бои сложились, если и не сказать легко, то без особого напряжения. А вот финальный поединок до последних секунд держал в напряжении. Все решилось в финальном третьем раунде. Благодаря несгибаемой воле и грамотным действиям Александр вышел победителем в этой схватке. После возвращения из Минска у нашего героя просто нет времени на отдых. Теперь его ждет еще более серьезный вызов – чемпионат Европы. Но минутку для нашей съемочной группы Саша все-таки нашел и поделился своими правилами успеха. И поведал, что же сказал тренер перед решающим раундом. Молодец, надо вот дожать. Там. Ну, хороший бой, все, выигрываем. Нужно дожимать, выигрывать бой. Нужно упорно тренироваться, не пропускать тренировки. Ну, иметь характер свой. Не можем мы, конечно, обойти стороной еще одного виновника успеха – Олега Корякова. Старшего тренера училища Олимпийского резерва, который из простых парней и девчонок, как из пластилина, лепит будущих звезд бокса. Человек, который всю свою жизнь посвятил воспитанию чемпионов. У нас, ну, не впервые, но несколько лет у нас в этой возрастной группе не было победителей. А сейчас у нас сразу два победителя, оба мастера спорта, также у нас... Три третьих места. Ребята выполнили норматив кандидата мастера спорта. Без лишних слов. Пожелаем удачи нашим ребятам на континентальном первенстве. И будем надеяться, что золотых предлогов для наших встреч в этом году будет еще очень много. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск 360.